понедельник в Самарской области сохранится пасмурная и прохладная погода. Осадки в виде небольшого дождя. Днем 11-13 с плюсом, ночью 8-10 выше 0. Северный и северо-восточный ветер. Скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью 10 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 11, ночью плюс 9. Северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 8. Северный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.